Меня зовут Алексей Панев, и я сегодня вам расскажу про то, как карты и навигация развиваются внутри помещений. Давайте попробую угадать. Сегодня вы пришли в этот зал. Сколько времени вы потратили на поиск этого зала внутри ВТБ-арены? Кто потратил больше 5 минут? Я первый, который был вчера в этом зале, я сначала зашел в другой зал. И это большая проблема. То есть здесь подняли руку примерно 50 человек. 50 умножаем на 5, получается 250 минут. Мы с вами потеряли кучу времени. Это все можно пересчитать в деньги. И это именно та проблема, которую мы решаем. Мы умеем определять, где вы находитесь в любом помещении. Это может быть торговый центр, транспортно-пересадочный узел. Это может быть шахта, это может быть производственное помещение. Все те помещения, где не работают и не принимаются спутниковые сигналы, и не работают наши привычные навигаторы. Мы основали компанию в 2011 году, два выпускника МГУ, кандидаты физико-математических наук. Сейчас у нас 15 человек, и мы распространяем свои решения с помощью партнеров, мобильных разработчиков и IT-интеграторов, которые позволили нам на текущий момент сделать более 400 внедрений в 10 странах. О том, какие решения мы делаем, я расскажу чуть позже. Мы развиваемся как стартап. Мы являемся активным участником вот всякой венчурной экосистемы в России, резидентов фонда Сколково и фонда содействия инновациям. Каждому следующему спикеру сложнее придумывать вопрос для аудитории, потому что твои вопросы задают предыдущие спикеры, но я уверен, что многие из вас начали сегодняшний день примерно вот так, с такси. Я сам приехал сюда на такси, и первый раз, когда я сюда приехал, это было вчера, меня привезли совершенно к другому выходу. Слава богу, с приходом навигатора, с появлением там выходов и подъездов, эта проблема уходит в прошлое. Нам не приходится объяснять, куда нам нужно. Как правило, это все получается легко и просто. Но, допустим, вы не любите такси, и вам нужно найти какой-то дом. Вот появились такие карты, замечательные вещи. Они появились несколько лет назад. Сначала они были не очень удобными, сейчас они более удобные. Но все равно найти на этой карте что-то, что вам нужно, очень непросто. Потому что нет интерактивности. Вам нужно найти какой-то объект, нужно просмотреть всю карту. А если вы не понимаете местный язык, если вы иностранец, это вообще нереально. Допустим, вы даже нашли дом. Но вот как понять, что в нем внутри? Значит, внутри помещений, как правило, нет карт. И даже если у вас есть карта какая-то, это может быть музей или еще что-то, 30% моих друзей первый раз возьмут карту вверх ногами. И молодое поколение, оно вообще не знает, как картами пользоваться. Это бумажными. Эта способность, она уже утрачена. Не знаю, хорошо это или плохо. Все мы смотрим в смартфоны. Допустим, вы нашли карту, даже смогли с ней разобраться, но иногда карты бывают настолько малоинформативными, что даже поняв, где вы находитесь, вы все равно не понимаете, что вам делать, и это не решает вашу проблему. Это вот как один из примеров. Конечно же, здания и большие комплексы пытаются нам помочь, но вот кому сегодня помогли эти надписи, там, не знаю, выход 208 или еще что-то, зачем они? Они хорошо работают, наверное, когда здесь проходит какое-то спортивное мероприятие, но когда вы пришли на конференцию, эти надписи, они вообще теряют смысл. И действительно, существует много надписей, которые нисколько нам не помогают, а наоборот запутывают. И когда мы начинаем торопиться, например, вы находитесь в аэропорту, и вам нужно найти выход на посадку, вы утыкаетесь в первый указатель и пытаетесь понять, как этот указатель может вам помочь. А он вообще про другое. Он про то, как выйти на улицу, а вам нужен гейт. Что делать? Или вот так. Вы хотите попасть в музей. Куда вы пойдете? Хорошо, если вы не знаете английский, а если вы знаете, что делать? Совершенно непонятно. И нет ничего удивительного в том, что даже такие experienced professional traveler, как Джон Траволта, может потеряться, например, на станции метро Киевской в попытке определить, ему все-таки нужно на синюю ветку или на голубую. Было бы здорово, если бы у каждого из нас была вот такая карта, как она была у Гарри Поттера. Карта, где обозначены люди, чтобы мы, допустим, мы договорились встретиться с каким-то человеком, и мы знаем, где он, нам не нужно объяснять ему, куда повернуть, сколько метров пройти вперед. Не нужно тратить время на эти бессмысленные коммуникации. И вот как раз такие карты, и штуки похожи на такие карты, мы и делаем. Давайте подведем черту. Почему эта проблема возникает? Когда мы находимся на улице, мы можем пользоваться привычными приложениями. Это может быть Яндекс.Навигатор, другие приложения. Там работает прием спутниковых сигналов, вы видите синюю точку, это вам достаточно, вы умеете с этим работать. Но когда вы заходите внутрь помещений, помещения у нас состоят из стен, потолков, это бетон, это металлоконструкция, они затрудняют прием спутниковых сигналов и ничего не работает. И это проблема.
Поскольку там не работает навигация, люди не тратятся на то, чтобы там создавать карты. Поскольку там нет карт, уровень сервиса падает, мы начинаем нервничать, переживать, и появляются проблемы. И вместо привычного нам маленького синего круга у нас большой синий круг, с которым вообще непонятно, что делать. Как же решаются эти проблемы? В целом я уже привел пример. Первое — это визуальные указатели, но, как мы понимаем, они работают далеко не всегда. Как, например, сегодня, когда вы пришли в это здание, визуальные указатели вам абсолютно не помогли. Хотя люди, которые проектировали это здание, они, конечно, обо всем подумали. Вторые методы — это, конечно же, методы внутри смартфонов. Прямо сейчас 20% из вас смотрят смартфон. Мне это хорошо видно. Современные люди, там, поколение Y, Z, они, в принципе, мир потребляют через смартфон, поэтому все решения, которые должны быть удобны для них, они должны существовать внутри смартфона. Первое, что появилось, это, конечно же, были QR-коды. Много QR-кодов расположено рядом с арт-объектами. Это позволяет вам понять, что это за арт-объект, где он находится, что рядом. Но интерактива, опять же, не хватает, и это неполноценная навигация. И я сейчас расскажу про способ навигации, основанный как бы на приеме специальных сигналов, и он позволяет продолжить привычный вам опыт, то есть вы можете использовать свой навигатор или приложение, которое у вас есть в телефоне, для навигации не только снаружи помещений, но и внутри. Почему этого нет везде? Основная проблема, которая мешает развитию этой технологии, заключается в том, что на данный момент не существует технологии навигации, которая бы работала без оборудования. То есть для того, чтобы, например, в этом здании начала работать навигация, необходимо установить оборудование. Оно бывает двух типов. Это может быть Wi-Fi роутеры, это обычные устройства, которые раздают интернет. Либо специальные Bluetooth-биконы. Это такие маленькие коробочки, которые можно прикрутить на двусторонний скотч на стену. Внутри них батарейка, ее хватает до 5 лет. Она излучает сигнал, который видит телефон. Почти не требует обслуживания. И за счет этих сигналов можно решать задачу навигации. С одной стороны, кажется, что это сложно. То есть если бы это было чисто софтверное решение, это было бы легко масштабировать. На самом деле нет, нужно железо. Да, но что нам помогает? Вот как говорили предыдущие докладчики, мы живем в эпоху, когда у нас все цифровизируется. И глобальный тренд интернета вещей нам в этом помогает. Если мы заходим, допустим, в ритейл-магазин, мы можем встретить умный терминал, который может излучать радиосигналы. Мы можем встретить умную систему кондиционирования, умные лампы. Очень большое количество умных устройств, которые общаются друг с другом. И вы можете использовать эти сигналы для того, чтобы определять, где находитесь. Я провел специальный тест конкретно в этом помещении. Прямо сейчас в радиоэфире в этом помещении больше 200 устройств. Примерно 100 из них Wi-Fi и 100 Bluetooth. Это позволяло бы делать навигацию с точностью 2 метра без установки дополнительного оборудования. Прямо здесь. То есть ничего бы не нужно было ставить. Мы делали такой же тест, заходя в 100 магазинов на улице Тверская. Это был Street Retail. Во всех 100 были Wi-Fi точки, в 70% из них количество Bluetooth-сигналов было достаточно для того, чтобы точно рассчитывать местоположение. Все это говорит о том, что сейчас правильное время для того, чтобы начать масштабировать эту технологию. И вот еще немножко цифр. Общее количество датчиков в мире, установленных для решения задач навигации, за последние 4 года выросло в 5 раз. Это и Bluetooth, и Wi-Fi датчики. Это независимые данные. Давайте перейдем к примерам. Один из первых проектов, который мы реализовали, это была навигация в торговом центре Рио. Это небольшой торговый центр в Санкт-Петербурге. Он примечательный тем, что там зоопарк есть. Хороший зоопарк. Они сделали мобильное приложение вместе с нашими партнерами компании Orangesoft. В этом приложении, конечно же, есть гид по зоопарку, есть возможность почитать новости от торгового центра, получить информацию о скидках. И помимо этого, зачем торговый центр это сделал? Для того, чтобы больше информации собирать о своем лояльном ядре аудитории. Для того, чтобы выстраивать с ними персонализированные коммуникации. Там есть персонализированные офферы. То есть, когда вы, например, долго не приходите в торговый центр, вам может быть прислан оффер о том, что вы туда все-таки пришли по какой-то причине. Торговый центр собирает аналитику обезличенную о том, как люди ходят по торговому центру. Строит на основании этого тепловые карты, смотрит зависимость изменения людских потоков там, от времени года или от разного смены арендаторов или от каких-то маркетинговых акций. Все это используется в реальных целях для того, чтобы увеличить проходимость и, соответственно, выручку. Давайте спрошу вас еще один вопрос. Наверняка поднимите руки те, кто летал через запор Шереметьево. А кто испытывал проблемы? Первая проблема в аэропорту Шереметьево — это выбрать правильный терминал.
Кто ошибался терминалом? Понятно. Вот смотрите, с терминалом, слава богу, проблема решена. Вот много говорили про атласы. Действительно, в 2000 году все пользовались атласами автомобилиста, и там, чтобы рассмотреть аэропорт Шереметьево, нужно было листать, а где-то их вообще не было. В 2014 году мы уже на картах видели большое серое пятно, что, в общем, нам тоже не особо помогало. А сейчас, если вы глянете на карту Шереметьево, то вы увидите отдельно стоящие терминалы и прекрасно расчерченную взлетно-посадочную полосу, что, в общем, наверное, круто, но зачем это вам нужно, тоже сложно понять. Но о чем это говорит? О том, что уровень детализации карт постоянно повышается, и осталось совсем чуть-чуть. Вот если бы на этой карте были нарисованы все объекты и выходы, это было бы то, что нам нужно. И логичным, как бы, меняются не только карты, но меняются и сами мобильные приложения. То есть сначала это были просто навигаторы с возможностью построения маршрутов, потом добавилась возможность заказать сторонние сервисы, еду, такси и так далее. И логичным продолжением этого является развитие функционала в сторону навигации внутри помещений. Карт и навигация. Давайте приведем еще пару примеров. Начнем опять с Шереметьево. Есть ли у вас приложение аэропорта Шереметьево? У кого-нибудь? Одна рука, две, три. И это печально. Значит, пассажиропоток аэропорта Шереметьево 40 миллионов пассажиров. Из них только 10 тысяч скачиваний приложений в Google Play. То есть если бы аэропорт решал проблему навигации, то, скорее всего, проще было бы представить каждому человеку, который скачал приложение, гида. И это было бы в результате дешевле, чем делать мобильные приложения. И такой пример не один. Есть, например, приложение торгового центра «Афимолл». 50 тысяч скачиваний при проходимости больше 20 миллионов человек. Приложение «Метро». О чем это говорит? О том, что эти приложения наверняка хорошо выполняют свою функцию, когда мы говорим о работе с лояльным ядром, о каких-то маркетинговых коммуникациях. Это здорово. Но если вы находитесь внутри торгового центра, и вам нужно, простите, найти туалет, вряд ли это достаточное основание для того, чтобы вы начали скачивать мобильные приложения. Скорее всего, вы решите свою проблему как-то по-другому. Поэтому именно сейчас, когда технология уже показала, что она существует, когда появились приложения, в которых есть возможность делать навигацию, следующий шаг — это консолидация, когда вам не нужно будет скачивать приложение для того, чтобы понять, где вы находитесь. Отдельное приложение для каждого места. А будет какое-то одно большое приложение, в котором все это будет агрегировано. С одной стороны, я как-то убил здесь интригу и сказал, что мобильным разработчикам делать нечего, но это не так. Значит, есть много разных бизнесов, где эта технология может применяться, помимо просто мобильных приложений для людей, которые ходят по городу. Это могут быть музеи. Приложения для музеев имеют огромный потенциал, потому что в музеях есть дополнительный контент, люди проводят там много времени, и это достаточное основание, чтобы убедить их скачать мобильные приложения. Промышленные объекты. Например, сейчас мы с нашим партнером, компанией Human Plus, делаем такое решение для промышленных объектов, на которых мы помогаем отслеживать перемещение людей в опасных зонах. Это такая умная каска. Это обычная каска с специальным компьютером внутри, который позволяет вычислять, где ты находишься. И если вдруг с тобой что-то случилось, твой менеджер всегда знает, где ты есть. Кроме этого, есть ритейл. Например, у нас есть финские партнеры, которые на обычную тележку в супермаркете устанавливают Android-планшет, и когда ты идешь, ты можешь получать какие-то офферы, которые расположены на полках рядом с тобой. Или, например, ты хочешь собрать рецепт, говоришь, я хочу плов, и он тебе раскидывает твой маршрут между полками, куда тебе нужно пойти, чтобы все купить. Мы разобрались, что это такое, где оно может применяться. Давайте поймем, как сделать так, чтобы новое здание появилось на карте. Все начинается с контента. То есть первое, что нужно сделать, это нарисовать карту. Собственно, сами границы здания. Нужно нарисовать разные слои. Если у вас есть оборудование, нужно разместить оборудование, отметить точки интереса, зоны, маршруты нарисовать. Значит, постепенно создавая такую карту, вы в конце концов получите вот такую красивую картинку. Это реальное приложение, называется РЖД пассажирам. Я думаю, что вот приложение РЖД есть у большего количества людей. У кого оно есть? Вот у меня оно тоже скачано. Вот, видите, да? Опять же, у него больше миллиона скачиваний, и по сравнению с Шереметьево видим, что охват выше. Это приложение, в котором можно купить билет. Но если вы вдруг находитесь на вокзале, то вы можете посмотреть много информации о вокзале. Панорамы, историю вокзала почитать. Многие из них имеют богатую историю. И определить, где вы находитесь, что находится рядом с вами, построить маршрут.
А владельцы здания, они таким образом собирают, опять же, информацию о том, как люди здание утилизируют, где они проводят время, есть ли какие-то ботлнеки внутри этого здания, которые, может быть, нужно расширить. Могут как-то дифференцировать ставки аренды в зависимости от того, как вы внутри этого здания ходите. Понятно, как работает. Теперь давайте поймем, зачем это нужно и как на этом можно заработать. Конечно же, это данные. Для ритейла там больше всего интереса представляют данные, агрегированные в виде тепловых карт и карт потоков посетителей. Это то же самое, что Яндекс.Пробки, только в магазине. Они позволяют понять, где люди проводят больше времени, где они любят задерживаться, как те или иные маркетинговые акции влияют на то, как люди изменяют свое поведение, сколько времени каждый конкретный человек провел в каждом конкретном отделе. Все это можно использовать для того, чтобы настраивать свои маркетинговые коммуникации. Кроме тепловых карт, есть еще несколько возможностей. Вот здесь много говорили про соединение онлайна и офлайна. Это как раз одна из тех технологий, которая позволяет еще глубже продвинуться в этом направлении. То есть вы можете, например, построить такой показатель, который называется офлайн-доходимость. То есть взять всех людей, которые видели вашу конкретно рекламную кампанию в Яндекс.Директе, а потом посмотреть, сколько из этих людей пришли в ваш магазин в течение 3 дней. И построить такую воронку. А потом взять этих людей, синтегрировать их с CRM, посмотреть, кто из них что-то не купил, и настроить на них отдельную маркетинговую кампанию, доведя их таким образом до покупки в следующий раз. Все это очень сложно выглядит, но так или иначе, я уверен, что через 2-3 года это будет must-have, то есть технология, которая позволяет решать простую проблему пользователя, понять, где он находится, порождает огромный массив данных, которые могут использовать ритейлеры, сервисные организации, которые на основании этих данных строят аналитику, придумывают новые маркетинговые коммуникации, которые в итоге превращаются в деньги. И это наше будущее, нужно не бояться учиться этому. У нас есть еще пара лет. Дерзайте. Спасибо. Алексей, спасибо. Задавайте ваши вопросы, я для разминки тоже задам. Вот правда ведь для того, чтобы навигация внутри здания работала, нужно, чтобы на телефоне были включены Bluetooth, Wi-Fi или любые другие какие-то передатчики. Не лимитирует ли это охват по пользователям? Я где-то читал статистику, что, например, Bluetooth включен там, у 6% или 7%, что-то такое. Да, действительно, для того, чтобы эта технология работала, нужно, чтобы смартфон умел взаимодействовать там, с окружающим миром. То есть он был именно смартфоном. Для этого нужно, чтобы был включен Wi-Fi или Bluetooth. Там, на текущий момент Wi-Fi включен примерно у 40% пользователей, но навигация по Wi-Fi работает только на Android. С iPhone сложнее. Но Apple нам помогает, и в последней версии операционной системы для того, чтобы действительно выключить Wi-Fi и Bluetooth, нужно очень постараться. То есть вот эта вот обычная штучка, которая выключает снизу, она на самом деле не выключает ни Wi-Fi, ни Bluetooth. Она просто разрывает текущие соединения. А все, что вокруг, приложение продолжает видеть. То есть даже вендоры крупные, да, они работают там с тем, чтобы privacy было лучше защищено, но они просто регулируют применение этой технологии, а не убивают ее. Сверху у нас есть вопрос. Добрый день. Я не слышу. Раз, раз. Мы разрабатываем платформу для фестивалей, конференций, форумов. И как раз недавно наши заказчики попросили у нас indoor navigation. Вопрос. Позволяет ли ваша SDK встроить вашу функциональность в существующее приложение? Да, у нас, собственно, есть основной наш продукт. Это SDK для iOS и Android. И вы можете зарегистрироваться у нас на сайте и попробовать его бесплатно. Но вы сказали, что это мероприятие, и мы делали несколько мероприятий сами. Это огромный труд. Просите больше денег за это. Это прям очень сложно. Да, мы это уже поняли. То есть существующее приложение iOS можно встроить? Да. И iOS, Android вы можете взять SDK, встроить. Не на базе вашей. Вас да. Взять? Да. Отлично, спасибо. Спасибо. Снизу. Здравствуйте. Из портера. Насколько опасного конкурента вы видите в дополненной реальности для вашего продукта? Потому что она не требует, например, железа, находящегося в здании. Можно просто какие-то указатели, метки развешивать. А указатели и метки, они как появятся?
Ну, дополненная реальность, она развивается, и то есть в том же смартфоне скачать приложение, которое будет в общем... Ну, в общем, что люди перестанут делать. Да, я вот согласен так, с тем, что это... Вот так. Ну, на самом деле, здесь есть два части вопроса, то есть... На самом деле, нам иногда технологии виртуальной дополненности, дополненной реальности — это друг, потому что иногда технологии дополненной реальности используют нашу навигацию для того, чтобы определить свое местоположение. Потому что технология вот дополненной реальности хорошо работает на какой-то локальной сцене на данный момент. Но для того, чтобы найти параметры этой локальной сцены, неплохо бы знать какие-то свои абсолютные координаты. И у нас есть проекты, в которых, в принципе, мы дружим с этой технологией. Основной риск, который я вижу технологически, в том, что... появится какая-то другая технология, какая, например, вот много говорят про новые стандарты связи там, с LTE более старшего поколения, которые позволят измерить расстояние от базовой станции до смартфона с точностью 1 метр. Тогда не нужно действительно будет устанавливать оборудование, но непонятно, как это все будет сработать в зданиях все равно. Хотя Qualcomm утверждает, что все будет отлично, но пока таких чипов нет. Это второй конкурент. А третий конкурент — это действительно, если будет не смартфон, а какое-то другое устройство, через которые мы будем смотреть на мир. Потому что сейчас невозможно представить себе, что вы придете в аэропорт Шереметьево в очках виртуальной реальности. Вас не поймут. На данный момент. В будущем, скорее всего, да. Хорошо, спасибо. Так, давайте у нас еще два вопроса. Хорошо, три вопроса. Первый справа. Давайте коротко вопрос, коротко ответ. Здравствуйте. Меня зовут Сергей, компания Z2FMI. Мы занимаемся умными домами, и для нас очень актуально позиционирование человека внутри квартиры. Есть ли у вас какие-то технологии, которые позволяют раскидать метрики по квартире и достаточно точно понимать, в какой комнате находится человек, чтобы ему контекстуально помогать включать свет, управлять оборудованием? С помощью этой технологии можно вычислять местоположение человека с точностью 2 метра. Это вот такой предел, который преодолеть нельзя. Потому что эти устройства не являются точными измерительными приборами, и все, что мы можем сделать, это вот получить круг радиусом 2 метра. Этого достаточно для того, чтобы определить, что человек находится в какой-то определенной комнате внутри дома, определить этаж и комнату. Если комната большая, то часть этой комнаты. Если вот мы говорим, допустим, как спрашивали про VR, в VR часто нужно, чтобы была точность необходимая 10 сантиметров. 10 сантиметров с этой помощью этой технологии не получить. Если вам для вашей задачи достаточно точности 2 метра, то да, мы можем это сделать. А есть варианты обратные, когда у человека, наоборот, нет смартфона, а вы ему вешаете маленькую метку на одежде? Потому что я не хожу со смартфоном дома. Есть такие варианты. Это как бы системы трекинга, так называемые, когда активное излучающее устройство весится на человека. Это безопасно, не переживайте. А по дому устанавливаются антенны, которые с высокой точностью могут определить его местоположение. Там допустимая разрешающая способность примерно 10-12 сантиметров. Да. Если мы про радиосигнал говорим, то там... Спасибо. Я думаю, вы можете еще тоже встретиться. Хорошо. И продолжить. У нас есть еще несколько вопросов. У меня вопрос про использование в промышленности умную каску. Учитывая, что каска должна излучать Wi-Fi сигнал постоянно, не приведет ли это к тому, что придется строителю носить с собой аккумулятор? Мы про это подумали, поэтому каска, она не выступает излучателем, она приемник. То есть излучатели, они расположены на стенах здания, и она просто принимает сигнал, она пассивная, никакого излучения в ней нет. Понятно, спасибо. И последний вопрос слева. Добрый день, спасибо большое за презентацию. У меня такой вопрос. Сталкивались вы с тем, что администрация не всех далеко торговых центров и других крупных точек желает предоставлять план помещения, ну, по каким-то своим соображениям? И если да, насколько это тормозит процесс вообще? Да, конечно, сталкивались. И что мы делаем в этом случае? Всегда можно найти в здании пожарный план эвакуации. Он находится в доступном месте, и это отправная точка, с которой можно начать. А дальше, если мы говорим действительно про какой-то массовый сервис, то должен быть краудсорсинг какой-то. То есть если это действительно популярное место, нужно дать возможность пользователям рисовать его самим, как, например, это реализовано на Яндекс.Картах, народные карты. Спасибо. Самый востребованный по метрике количества вопросов спикер наш сегодняшний.